Конкретно, однозначно на этот вопрос невозможно ответить, так как у каждого человека будет абсолютно своя причина начала потребления наркотических веществ. Это может быть для снятия какого-то эмоционального стресса, какие-то механизмы срабатывают в качестве успокоения, либо в рамках протеста. Если подросток употребляет наркотики, это, как правило, является причиной проблемами в семье, проблемами с общественностью, с одногруппниками, с одноклассниками. Если взрослые начинают употреблять наркотические вещества, это, как правило, более серьезные наркотические вещества. Точно так же проблемы с внутриличностными какими-то либо конфликтами, проблемы с окружающими, с близкими и с родственниками. То есть всегда это является биопсихосоциальная модель поведения, связанная с началом употребления наркотических веществ. Нету факторов, которые будут защищать одного человека, создавая определенный щит, как говорится, что он застрахован и с ним ничего не случится. Любой человек может стать зависимым от наркотиков, если он будет принимать данный наркотик с определенной периодичностью. Существует большое количество наркотических веществ, которые разделяются на основные группы. Это опиоиды, каннабиноиды, психостимуляторы, снотворные средства и психотропные вещества бензодиазепиновой группы, которые точно так же могут вызывать зависимость. И от употребления определенного рода наркотических веществ могут происходить различного рода нарушения как психологического спектра, так и соматического спектра. Общие последствия употребления любого вида наркотиков – это формирование психической и физической зависимости. То есть изначально формируется психическая, психологическая зависимость. То есть это необходимость приема дозировки наркотика для того, чтобы эмоционально себя стабилизировать, достигнуть того же эффекта, который был от первоначального приема того же наркотического вещества. В последующем при многократном приеме данного вида вещества возникает уже физическая зависимость. Физическая зависимость формируется уже на фоне многократного применения и затрагивает жизнедеятельность всех органов и систем. То есть без поддержания стабильной дозировки в организме, организм начинает давать сбой и требует добавки. Последствий может быть множество, если их будем рассматривать в различных социальных компонентах, медицинских аспектах и юридических. То есть, начиная от общей сферы жизнедеятельности, это совершение различного рода правонарушений для того, чтобы добыть себе определенный вид наркотика, и заканчивая нарушением общей функции жизнедеятельности, так как это приводит к разрушению организма, впоследствии чего формирование стойкой зависимости, ну и в худшем это смерть. В первую очередь нужно попытаться достучаться до данного человека не в форме какой-то критики, не в форме каких-то нарицаний, так как человек, который начал употреблять наркотики, да даже алкоголь, никогда не признается, что он наркоман либо алкоголик. И будет считать и убеждать всех окружающих, что у него никаких проблем нет ни с потреблением наркотиков, ни в принципе нет никакой сформированной зависимости. Необходимо попытаться достучаться до него, что сложилась определенная необходимость оказания ему помощи. На начальных этапах это может быть как психотерапевтическая помощь, так как если человек употребляет наркотики, уже существует какой-то психологический барьер, психологический стресс, ситуация, состояние, которое нуждается в оказании ему непосредственно психологической, психотерапевтической и медицинской помощи. Самостоятельно из этой ситуации выйти не получится, и самое главное – помочь ему настроиться, поддержать его, сопровождать его на всех этих этапах, чтобы он не чувствовал себя одиноким.
чтобы он не чувствовал себя в чем-то виноватым, а просто быть рядом и давать надежду на то, что все будет замечательно, что все каким-то образом решится, и он не останется один. Существует несколько этапов для лечения синдромов зависимости от наркотических веществ психотропных. То есть первый этап – это детоксикация. Если человек поступил в тяжелом состоянии отмены наркотических веществ, это первый комплекс мер провести необходимо, чтобы стабилизировать его все жизненные функции. И, как правило, такой комплекс мер проводится в стационарных условиях и чаще всего в реанимационном отделении, в зависимости от тяжести состояния. Ну и тут задействован ряд препаратов, которые направлены на стабилизацию витальных функций организма. Второй этап – это когда мы стабилизировали человека. Это купирующий этап, то есть его поддержать, вывести из этого состояния, ну, где-то месяц, может, в зависимости точно так же от необходимости, поддержать и долечить. И дальше психологический этап, который направлен на поддержание данного человека, чтобы не случилось дополнительных срывов. Это группы психологической поддержки, анонимные группы, это может быть как при различных церквях, также группы анонимных наркоманов, психологические занятия, ну и психотерапевтические. Ну и при необходимости поддерживающая медицинская терапия.